Всех приветствую. Сегодня снова я в гараже, и со мной снова Дима. И, в общем-то, мы решили попробовать запустить этот телевизор через антенный усилитель. Я его недавно привез, когда все-таки заполнил этот гараж всем барахлом и не очень. И, в общем-то, оказалось, что телевизор все-таки рабочий, и из-за слабого сигнала внутри гаража он принимать просто отказывался. Ну, а теперь он принимает телевизионные каналы. И, в общем-то, через антенный модулятор этой приставочки мы подключили сюда, условно говоря, Дэнди и играем, точнее, Дима играет, я только лишь наблюдаю. Это контра, насколько я помню, какая-то там. Ну, в общем, картинка вполне нормальная, не идеальная, монохромная, но чего уж поделать. Главное, что вроде бы все вполне показывает. Звук у нас теперь просто шикарный через усилитель Амфитон. Чуть ли не стерео, было бы стерео, вообще было шикарно, а так, к сожалению, не совсем. Но, в принципе, теперь в гараже вполне комфортно, то есть телевизор, музыка. Дима представит диван, кресло, точнее. Ну, в общем-то, рабочий стол здесь будет, компьютер потом, монитор здесь стоит просто так, на самом деле. Сверху висят часы супер-пупер, которые все-таки я привез из дома и нашел им теперь применение. Правда, они еще не очень хорошо показывают из-за севших ламп. Ну и, в общем-то, слазаю я специально наверх, показать, что там есть у нас теперь. Второй этаж, как видите, тоже переобустроен. К сожалению, здесь очень темно и практически ничего показать не могу. Но на самом деле, вот может кто-то по очертаниям узнает телевизор Sapphire и какой-то там старый принтер, чемоданы, колонки, радиотехника, У-101 усилитель, магнитола Нерль, форманта вот тут боком стоит, синтезатор с помойки притащенный. В общем, здесь очень много всего теперь, и все теперь удалось разместить абсолютно без проблем. То есть все довольно-таки неплохо получилось. Ну и на этом, наверное, наше видео закончится. Всем спасибо, извините за отвратительное качество вновь. Всем удачи!